эстетично и красиво. В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции. Всего по городу установлено 948 конструкций. Из них 904 расположены вдоль дорог местного назначения, а остальные – на частных территориях. Щиты отмывают, опоры красят и при необходимости ремонтируют конструкции. Работы усилены в рамках апрельского месячника по благоустройству. Основной объем приходится на объекты, расположенные на улично-дорожной сети. Конструкции, которые стоят вдоль автомобильных дорог, потому что агрессивная окружающая среда и зимний период накладывает, конечно, отпечаток на эксплуатацию этих конструкций, потому что это грязь дорог, это, соответственно, применение противогололедных материалов, да, не очень хорошим образом влияют на металлические конструкции, и, конечно, их нужно мыть, ремонтировать и следить за ними, чтобы они были в надлежащем виде. В текущем году было запланировано отремонтировать 59 конструкций. Их уже привели в порядок. Ремонт проводят для того, чтобы конструкции находились в надлежащем состоянии, которое должно соответствовать технической документации. Затем опоры рекламных щитов очищают от незаконно размещенных объявлений и нанесенных граффити. Листовки удаляют, остатки бумаги счищают скребками. После этого поверхность окрашивают в традиционный серый цвет. 93% конструкций по всей Самаре уже приобрели эстетический вид и приведены в надлежащее санитарное состояние. Портятся опоры, на которые умудряется столько объявлений наклеить, что порой приходится очень много времени тратить. Ну, соответственно, металлическая конструкция, то есть за зиму приходит не совсем хороший вид, и приходится все это красить. Всеми видами работ занимаются рекламные организации и владельцы объектов, с которыми взаимодействует Департамент городского хозяйства и экологии. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.